Хотел купить сыну шапку, но не пустили. В Челябинске посетитель гипермаркета подрался с охранником. На кадрах гипермаркет на улице Труда. Очередной конфликт произошел из-за отсутствия у покупателя QR-кода. Оба мужчины говорят, что не начинали драку первыми. Я могу не допускать, согласно постановлению. Так, вызывайте полицию. Сами вызывайте полицию. Нет, вызывайте полицию, если вы считаете, полицию. То есть вы считаете, что я что-то нарушаю, вызывайте полицию. Решить конфликт мирно изначально не получилось. Мужчина попытался силой пройти в зал, причем держа на руках маленького ребенка. Когда челябинца не пустили, в ход пошли ноги. По предварительным данным, травмы получили оба участника конфликта. Покупатель заявил, что уже обратился в правоохранительные органы.